Форум Приволжского федерального округа «Иволга» оказывает молодежи поддержку по ряду направлений. Накануне с его площадок вернулись студенты Кумертауского филиала ОГУ. Впечатлениями они поделились за чашкой чая. Для нас это значимо, поскольку «Иволга» – это не просто форум, а форум Приволжского федерального округа. И наши студенты, наши сотрудники выезжают на него по результатам достаточно жесткого конкурсного отбора. Представители Кумертауского вуза посетили Иволгу в делегации Республики Башкортостан, полный состав которой насчитывал более 100 человек. Свои проекты новаторы представляли по 9 традиционным направлениям, а также впервые могли поучаствовать в международной смене «Иволга Глобал». На ней были французы, китайцы, удалось попрактиковаться английскому языку. Также я представляла свой проект, я уже приезжаю на Иволгу второй год, и мой проект «Молодежный кадровый резерв». Я участвовала на конвейере проектов, эксперты оценили мой проект, дали контакты необходимые для его реализации. Я участвовала в смене «Патриот». Мой проект был посвящен, он назывался «Эстафета памяти» и был посвящен, чтобы оказывать посильную помощь ветеранам нашего города. Но защитить я его не успела, так как в нашей смене было очень много человек, и на конвейере проектов каждый человек защищался по часу, по два, то есть на всех не хватило времени. Помимо представления проектов, программа форума предусматривала еще целый ряд мероприятий. Так, в День памяти и скорби 22 июня на форуме «Иволга» поддержали акции «Бессмертный полк» и «Свеча памяти». Позже организовали исторический квест. По его итогам у кумертауского студента Максима Тычинина первое место. Кто-то отвечал за историю, кто-то отвечал за логику. И так все вместе мы сплотились в один коллектив и победили из 4 регионов заняли первое место. В целом же те проекты, которые успел представить кумертауский филиал ОГУ, получили высокую оценку экспертов. Один из них рекомендован для реализации на базе учебного заведения. Мы возили свой проект «Я и самоуправление», то есть для развития молодежных инициатив. Наши студенты очень часто являются активистами в молодежной сфере. И ребятам иногда не хватает навыков управленческих. И мой проект как раз-таки направлен на то, чтобы ребятам давать управленческие навыки, обучать их социальному проектированию и защите своих проектов. В стенах вуза участники «Иволги» поделились впечатлениями, приняли поздравления и обещания, что молодежные инициативы в университете продолжат получать разного рода поддержку и поощрение.